Всем привет, с вами канал 20 FPS. Сегодня случился со мной бой на карте Монастырь. Выехал я на машине Т-28 Концепт. Выдается данный аппарат за вторую компанию ЛБЗ. Я его получил давно, вот иногда выкатываю, чтобы сбить троечку. Танк американский, очень медленный, неповоротливый. Пробитие слабое у него, как для ПТ, который попадает к 9 уровням. Но считается он аукционным, не премиум, то есть не фармит, но экипаж на нем подкачать можно. Поехал я на первую-вторую линию, так называемое ухо. Почти на всей технике туда езжу. Со мной в поддержку едет Супер Першин, КВ-4. Объект 416, который, как окажется, потом нас бросит. Два из сотретьих поехали на восьмую линию в ущелье. Враг обнаружен. Засвечивается Шкода. Е-25 там пролетела. Я пытаюсь повернуть назад, думаю, кому-то пострелять, но потом понимаю, что это все бесполезно. И продолжаю двигаться дальше. По сетапу у нас с самого начала было на 1000 хп меньше. Брони тяжелых танков у противника больше. Наверное, встретим здесь сильное сопротивление. Засвечивается вражеский японец. Я уже заряжен голдой еду, потому что понимаю, что здесь сейчас будут тяжелые танки противника. Но даже пробитие голдой у этого танка небольшое. Появляется ИС-3 вражеский, Т-34. Забирает нашего Т-20, который туда влетел один. Нужно как-то их здесь принимать. Вот даю первый шот ИСу. Не знаю, куда он там попал голдой, но то есть я его не пробиваю. Вот. В топе машина себя как бы чувствует нормально, но если не обращать на тот момент, что очень медленно, неповоротливо. А с восьмеркой, тем более с девяткой, просто страдает. ХП мало, пробивает уже все. То есть если для семерок, это броня неплохая, очень много танкует. Ну, у восьмерки, а и в основном девятки свободно пробивает, не выцеливает эти камбашки. Тем временем нам удалось забрать ИСа третьего. 416, как я и говорил, нас бросил, убежал. Остались мы здесь втроем. Стоим, принимаем 34-ку японца. Засвечивается Пантера М10. Нужно отдать должное Першу и КВ-4 союзным, которые хорошо здесь отыграли. Отлично здесь отстояли, ТП свое не растеряли, хорошо помогли. Молодцы, я не ожидал, что мы здесь устоим, думал, что они, как и я, быстренько сольемся, и враги продают это направление, но получилось все по-другому. Тут вот Перш мне закрывает прострел, пытаюсь под ним как-то чего-то, ничего не получается. Забирает 34-ку. Счет становится 6-7. На первый-второй остается японец. Надо его забирать. По ХП мы так и проигрываем. Уже где-то 1500. Броня не пробита. Стреляю вот голдой японца. 7 уровень. Я его не могу пробить. Надо было, конечно, по лючкам стрелять, но почему-то я думал, что голды мне будет достаточно, чтобы пробить его в НЛД. Тут ошибается 36-1 вражеский. Подставляется к нам бортом. Куда-то торопится сильно. За это и наказывается, отправляется в ангар. Два фрага. Едем дальше. Восьмую линию нашей С3 отдали. То есть там видим, что засвечен Порш был.
Две наших ПТ Скорпион Е-25 стоят на балконе, кого-то там пытаются выцелить. Вместо того, чтобы даже Е-25 заехал бы туда за угол, хотя бы посмотрела. То есть в любой момент могут сейчас эти ПТ-шки выйти оттуда. И они просто их не заметят, пока те не подъедут к ним в упор. Мы втроем двигаемся к вражеской базе. Вот, как я и сказал, появляется французская ПТ АМХ, появляется борщ, а я вижу цель. Лев стоит на бугре, надо его раздамажить, пока он подставляется. Челленджер меня каким-то чудом не подсвечивает, видимо, я все-таки вот на расстоянии стоял кусток. Перш наш упоролся, хотел проскочить, но я сказал, что ты не проскочишь. И першин наш, супер-першин, тоже уходит в ангар. Вот издалека видите танку или этого льва. Кое-что все-таки держит броня. КВ-4 тоже решил повторить участь. Першинка и специалист на арте М12. Забирает нашу КВ-4, оставляет меня здесь одного. Их отставить. Попадает она из-за света. Я стреляю в ту точку, где она последний раз светилась. В надежде ее добить. Ну, видите, ловлю лампу, кто-то меня подсветил. То ли Челленджер, то ли арта. Британцы забирают. 416-й все-таки пригодился. Я пытаюсь здесь отсветиться и попробовать высветить арту. Не забываем, что на седьмой линии еще лев стоит. Надо как-то аккуратно не выпадать под его прострел. Занял точку, стою, пытаюсь высветить арту. Обычно вожу с собой эту стереотрубу. Но почему-то в данном бою ее не оказалось, не знаю, видимо, слетела. С модами переустановилась сама, не знаю почему, то есть стою и... Куда поехали? Чемодан забыл. Арта меня высветила. Возможно, кстати, лев вряд ли дает по мне шот. Я ее не увидел. Это нормально в нашей игре, что арта остается незамеченной, а я получаю от нее шот. Последние дни в рандоме творится что-то ужасное с этими акциями. Поэтому играть вообще что-то в последнее время не очень хочется. Вот решил с утра прокатиться. Думал, тут адекватные люди найдутся. Но в принципе то же самое, что и днем. Пробитие. Лев ошибается. Упарывается на нашу Е-25. Подставляет мне свой сладкий бок. Есть пробитие. И я пытаюсь по максимуму откусить от него, пока он не спрятался. Пробитие. Наша Е-25 забирает дайп 62-го. Это хорошо. То есть светляка убрали. А счет становится 14-12. Остался один лев. У него получается забрать нашу Е-25. Остаемся и я. Шотный для льва и скорпион пуловый. 800 с лишним хп у него. Но он не собирается ехать в атаку и принимать от льва один шот и добивать его. Я понимаю, что если я выйду сейчас на льва, то погибаю. Поэтому стою за камнем, жду, если вдруг он выкатится. Начинаю писать скорпиону, но ему по барабану. Игрок зеленый с ВН-8, 1600 там с чем-то у него. Пишу ему в чате. У меня самого начинает подгорать от таких моментов. Ему просто нужно выехать, одну плюху получить от льва. И все, и спокойно забирать его.
что он творит, что он, какой кисель у него в голове творился в тот момент. Вижу по мини-карте все-таки, что лев отвлечен. Пытаюсь заехать ему в бок. У цели у него каток. В надежде поставить его на каток и дать второй шот, но не пробивая его через каток. Он стреляет в ответ и тоже мне везет, что он меня не забрал. И все-таки скорпион смог. Но мы, как оказалось, тоже кое-что смогли. Смотрим результаты. Это бой на мастера. 3 с небольшим тысячи урона, 1200 чистого опыта. Да, нет кучи медалей, но мы победили. Были на волоске с такой игрой, как у Скорпиона. В любой момент все могло закончиться иначе. А я говорю вам пока. Всего доброго, до новых встреч. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Пока-пока.